Ребят, всем привет! На канале «В гости к Жанне» и Сергею вас приветствуем. Ну что, как обычно, раз в месяц, сегодня мы вам показываем своих кошек. Маша, 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 Маша! Иди сюда, Маша! Яша бодается, он у нас теперь с одним рогом. Сейчас немножечко поболтаем. Ну что, погода сегодня классная. Зима потихонечку у нас сдается. Везде, где можно, большие проталины. Да, Яшка? Вот наш Яшка. Ребят, все по поводу его рогов. Рог у нас отвалился ровно через месяц. Второй рог у нас еще на месте. А на что это, как это влияет и почему такая разница? Не одновременно они слазят. Не могу вам даже сказать. Вот пошел второй месяц. У Яши рог еще на месте. Да, Яшка? Резинки еще на месте. Потихонечку сдавливают. Вот. Ну вот. Один рог у нас отвалился ровно через месяц. Да, еще что по поводу. Лучше, конечно, если есть возможность, лучше, конечно, делать это все в детстве, потому что мы, честно сказать, испугались. Утром, когда Сергей зашел в сарай, кровище было, мало не покажется. Яшенька, Яша. Вот, ну вот, говорили мы до этого видео, мы снимали, говорили, что чимми-спрей называется, такая штучка, белый пузыречек. Очень-очень классная, быстро заживляет. Вот буквально, не знаю, через час. Сейчас он уже, конечно, очистился. Но крови было везде. И на полу, и лицо у него все было обезображено. Да, девчонки? Вот. Ну вот, чимми-спреем попрыскали. Такого он как фиолетового, темно-синего, темно-фиолетового цвета. Быстренько это все у нас подзатянулось. Сколько можно было, все почистили ему. Насколько это было возможно. Вот. Но второй рог еще пока у нас на месте. Бережет он его, конечно, очень-очень сильно. Никак он еще, хотя резиночки уже глубоко въелись. Получится показать. Лучше, конечно, вот еще раз повторюсь, делать это при рождении, ребят, в течение месяца. В течение месяца. Они там через пару-тройку часов, маленькие костята, уже об этом забывают. Ну, мы вынуждены, потому что вот, несмотря на то, что у него один рог, он все равно пытается нас бодать. Яша, веточки пошел есть. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Сейчас получишь у меня. Вот, так что если у кого-то такая же, как у нас, вынужденная мера, старайтесь, конечно, если вдруг натянули вот такие, как и мы, силиконовые резиночки, приобретайте себе чимми-спрей, называется. Вот, в ветаптеках он в доступном. Купить можно, но если нет, то можно заказать, это как бы не проблема. Я в ветаптеке покупала. Цена его, конечно, не маленькая, но в любом случае это классная вещь. Когда животное ранится, вот, либо как у нас с рожками, мы прям запрыскали и кровь моментально остановили. Девчонки, а девчонки, Даша, и быстренько-быстренько это все у нас зажило. Пойдемте, девочки, потихонечку, не спешите. Пойдем, Яша, девчонки. Машенька. Ждем вот со дня на день. Даша у нас немножко попозже. На, девочка, на. А Маша у нас со дня на день должна катиться. С Сережей буквально вчера смеялись. Ставки делали. Сколько же у нее козлят.
батюшки. Ну, я думаю, либо два, либо три. Сережа думает, либо один, либо два. Даша пока непонятно. Она какая-то у нее порода такая. Хотя они одинаковые породы. Обе альпички. Вот у Маши бородка появилась. Но она как-то более поджаристая, Даша. А Маша прям маленькая-маленькая коровка. Яша, не трогай их. Ты, батюшка, бородка. Тяжело, тяжело ей ходить, но все равно пытается, пытается. Вот такой у нас вымечка. Ты, батюшки, маленькая коровка, да? Машенька, тихонько-тихонько, скользко. Везде лужи, обходим лужи. Ешок с одним рогом, рогом. Яша, а Яш, ты Яша с бородой? Снега еще много. Ну, уже значительно тепло. Ближе к концу марта. Уже проталинки. Маша, не бегай так быстро, иди сюда. Машенька. Даша еще срок не скоро у нее. Чуть попозже. У них разница в 2 недели. У Даши наоборот. У Маши раньше. У Даши перепутала, простите. Яша, иди сюда, Яш. Я никуда не ухожу. Идите сюда ко мне. Тях-т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 ях. Девчонки, мальчишки. Машенька, Маша. Идите сюда. Человечные. Вот не идешь, и они никуда не идут. Девочки, идите сюда. Солнышко греет. Идите сюда. Даша куда полезла? Вот сейчас пойду, и они пойдут потихонечку. Яшка. Однорожек. Единорожек. Яша. Холка, глянь, какая волосатая. Ой, ты, батюшки, ой, ты, батюшки. Маша, ты-то куда? Маманька. Маманька, да. На палочку, на. Девочка. Девочка. Вот он, Яша прискакал. Камаша. Где тебе репьев нахватал? Подожди. Лепись с нему, подожди. Я тебя не трогаю. Ты посмотри, еще с одним рогом пытается. Нельзя. Засранец. Вон Сергей около калитки стоит, соскучился. Я тебе сейчас. Нападает все равно. Иди, дурында. Пойдемте, девочки, пойдемте домой. Глянь, что делает. Нельзя, Яша. Бессовестный. Ты бессовестный. Стой. Пойдем домой, пойдем, пойдем. Возможно, даже будет без рогов. Мне кажется, все равно будет бодаться. Иди домой, я домой иду, все. Не пропускай меня домой. Ты, конечно, что делает? Разгоняется? Вот она, хворостина. Ну, а? Мы гуляем или что? Или балуемся? Больно? Дурында. Все, я ухожу домой. Пошли. Девчонки вон они идут. Ну, вы догоняете или что? Вот уже все тает. Пришли до дома, до хаты. Привет! Вот Сергей попал в съемку. А что, ты их загоняешь уже? Ну, конечно, нет пока. Пусть походят. Мы и так один раз в 2 дня гуляем. Пусть полазят. Ты посмотри, он с одним рогом все равно пытается бодаться. Он меня замучил всю дорогу.
Это ужас какой-то, а не Яша. Мне кажется, у него и второго не будет, он все равно будет пытаться. Алубом. Иди сюда, Яша. Яша. Сереж, ты грязь-то сам не лезь. Подсохнет не скоро. Ой, ты батюшка. Девчоночки. Мокрые, глянь, от снега. Машенька, Маша. Бородочка у нее. Борода появилась. Каждая коза, уважающая себя, должна иметь бороду. Понятно. Вот. А если нет, тогда что? Ну, тогда не знаю. Тогда ничего. Это не коза? Да. Ты, батюшки, вот маленькие коровки. Вот, второй никак, но он его очень бережет. Ну, сколько, это я уже говорила на видео, что один месяц, да, у нас? Да. Да, через месяц он обвалился. А вот второй, на что, почему это вот, и вообще, что влияет на это, непонятно. Может, резинка чуть повыше, я даже не знаю. Не, ну как повыше, они он хорошо уже врезались. А может быть, просто ему надо где-то зацепиться этим рогом, и он отвалится. Ну, бессовестный. Ты меня уже замучил. Пока мы с ним гуляли, с ума можно сойти. Только что. Бородуля. Бородуля его надо было не Яш назвать. Ты, батюшки. Негодник, а? Мужик, ах, мужик. Негодник. Обхаживал бы девочек, нет? Вот. Как это обхаживал? Их нельзя ухаживал сейчас обхаживать. А, ухаживал. Конечно. Дальше Маше уже тяжело бегать. Уже она прям это самое. Ты, батюшки, дай ей палочку. Папа козовод. Ты, батюшки. О, напугался, Ешок. Дашку испугался. Вот смотри, смотри, аккуратно, аккуратно. А ты, пусть лучше сам отвалится. Да. Яшенька, Яша. Девчонки домой уже намылились. Mm-hmm. Ну что, будем заканчивать. Ну что, дорогие наши, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Пойдем мы в свой сараюшку. Да, Сергей? Да. И не забудьте подписаться. Не забудьте подписаться, да. Всем пока-пока. До новых встреч.